Карачаево-Черкесии есть отличная традиция. Каждый год в республике проводятся фестивали народной культуры, где можно познакомиться с музыкальными, кулинарными, бытовыми и праздничными традициями того или иного народа. Год празднования столетия республики состоялся двухдневный фестиваль культуры народа Абаза. Гости праздника узнали много нового об этом древнем народе, об условиях его проживания, о традициях, ремеслах и кухне. Абазинские мастерицы выставляли свои искусные работы. Приготовили богатый стол и рассказали о традиционных праздничных блюдах Абазин. Вторая часть фестиваля была полностью посвящена спорту. Для участия в Абазинской олимпиаде съехались абазины не только из нашей республики, но и из других регионов страны и Абхазии. Проведение таких праздников особенно важно для малочисленных народов. Они помогают приобщить молодое поколение к национальным традициям и культуре, а значит, дают шанс всему народу существовать и дальше.